Все будет хорошо, дорогая. Все будет хорошо. Ой, такие люди. Да. Ой, как... Президент Чавес умер, но его идеи и его борьба за интересы миллионов простых людей во всем мире будут оставаться, и они будут находить все новых и новых сторонников. Мы сюда пришли, чтобы выразить солидарность с народом Венесуэлы, с теми людьми, для которых Чавес был символом надежды. Был в восторге от его мужественной борьбы как солдата, который до конца стоял на своем посту, отстаивая суверенитет и независимость своей страны и достойную жизнь своего народа. والله رحل عنا قائد عالمي عظيم دائما كان يدافع عن حقوق الإنسان وعن طبعا قدم كتير للقضية الفلسطينية فنزويلا أول دولة اعترفت من أوائل الدول اللي اعترفت بدولة فلسطين عندما قدم الأخ أبو مازن للأمم المتحدة فإحنا طبعا منقدر جهود فنزويلا وهي بلد قريبة وصديقة وطبعا نتمنى إنه الله يرحمه I think President Chavez was a man of very strong social convictions. And I think a social legacy is leaving behind. And it will continue because he passed, but his legacy remains. Lồng dưới cái chạy phía sau đúng không?